Здравствуйте, товарищи! Слушайте пролетарские новости на Красном радио Фонда рабочей академии. Сегодня в программе. Бывший завод Nissan в Ленинграде вернулся в госсобственность. Ивановский завод тяжелого машиностроения национализирован. У Петра Порошенко забрали его липецкую фабрику. 14 февраля РБК сообщил, что бывший завод Nissan в Ленинграде вернулся в госсобственность. В 2023 году предприятие было передано АвтоВАЗу. Теперь завод будет собственностью Государственного автомобильного и автомоторного института НАМИ, который подведомственен Минпромторгу. Источники РБК на авторынке отмечают, что смена собственника завода необходима для ухода от санкционных рисков. Имеются сведения, что АвтоВАЗ с новым китайским партнером Chery готовит завод к перезапуску. Источники отмечают, что в дальнейшем завод или останется в госсобственности, или же НАМИ передаст завод китайской стороне в оперативное управление. Кроме бывшего завода Nissan, в АвтоВАЗ входят заводы в Тольятти и Ижевске. После ухода таких западных автоконцернов, как Renault, Nissan, Toyota, Mercedes-Benz и другие, АвтоВАЗ по итогам 2023 года смог увеличить продажи «Лада» до 350 тысяч машин. 19 февраля «Известия» сообщили, что Генеральная прокуратура подала иск о возвращении в собственность государства Ивановского завода тяжелого машиностроения ИЗТС. Сейчас на все движимое и недвижимое имущество завода и АО «Станки и инструмент» наложен арест в качестве обеспечительной меры. Генеральная прокуратура выявила факт незаконного изъятия из собственности государства, принадлежащего ему, ИЗТС. Решение об этом принималось неуполномоченными лицами и без разрешения правительства Российской Федерации, пояснили в ведомстве. ТАСС сообщает. 19 февраля Октябрьский районный суд Липецка принял решение о передаче в доход Российской Федерации акций липецкой кондитерской фабрики «Рошен», принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну Алексею. Решение было принято после обращения Генеральной прокуратуры РФ. Также решением суда на территории Российской Федерации запрещена деятельность бывшего президента Украины Петра Порошенко и его сына Алексея. В 2015 году в отношении руководства корпорации «Рошен» в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики в Липецке. Все сотрудники этой фабрики уволены, производство закрыто. В последнее время новости о национализации приватизированных предприятий поступают регулярно. По сообщению «Известий», в августе 2023 года по инициативе Генпрокуратуры в государственную собственность вернулся Дальнегорский горнообогатительный комбинат, единственный в Российской Федерации производитель борной кислоты. Недавно Красное радио Фонда рабочей академии рассказывало о национализации Климовского специализированного патронного завода. Из-за халатности его бывших владельцев без отопления остались жители 173 многоквартирных домов. Мы также освещали ситуацию с Серовским заводом ферросплавов, Челябинским электрометаллургическим комбинатом ЧМК и Кузнецким заводом ферросплавов. Генеральная прокуратура РФ истребовала эти заводы из незаконного владения компанией «Эталон». Исправление катастрофических итогов грабительской приватизации – это положительный шаг со стороны государства. Не может вызывать сомнений то, что собственность пособников американского фашизма на Украине также должна изыматься в пользу государства. Будем надеяться, что теперь производство на фабрике возобновится. Однако то, что заводы станут собственностью буржуазного государства, это лишь первый шаг к развитию промышленности нашей страны. Теперь рабочим на этих предприятиях нужно организовываться для борьбы за свои насущные и коренные интересы. С вами была Оксана Побережная с коммунистическим приветом из Чепстоу, Великобритания.